Київ інтерактив зі Світланою, зі Світланою Василенко. Мої вітання усім, хто на Київ 98 налаштувався. Особливий привіт тим, хто не забуває, заходити в YouTube, знаходити сторінку Київ 98 Якщо не підписався, то підписатися туди. Ну а власне, будь-яке нове відео, правильно, пальчики вгору. Я за них надзвичайно вдячна, так само, як і за ваші Коментарі у соціальних мережах, так само і коментарі під відео. Я їх відправляю своїм гостям. Вони їх коментують і вам віддають у відповідь сьогодні. Ну, оскільки весна, краса, весна іде, красу, несе. знаєте, ми всі хочемо мати вигляд кращий. Аніж дала природа, або дещо підкоригувати те, що дала природа. Ну, а Насправді ми завжди хочемо бути красивими і молодими. Саме тому у цій студії сьогодні, у студії Київ-інтерактів, до мене Світлани Василенко прийшла лікар, спеціаліст з ін'єкційної естетичної медицини, тренер викладач ін'єкційної косметології, спікер медконгресів Ольга Ковалицька. Привіт, Олю! Привіт! Світ. Власне, сьогодні ми про ті самі уколи, від яких. Переважна чоловіки втрачають свідомість. Ми будемо говорити як про ту штуку, яка може повернути красу, молодість і власне внутрішнє те почуття Я найкраще, яке, власне, потрібно кожній жінці, так? Да. Власне, найперше, я б хотіла дізнатися, у чому різниця між ботоксом і диспортом. Чи це одне й те ж саме, просто назви різні? Чи це взагалі діючі речовини? Що це і чому воно має різні назви? Тому що іноді приходить до лікаря. Мені, будь ласка, ботокс, а вона каже, у мене тільки диспорт. Mm? Розкажи про. Ну, на самом деле, тема правда интересная, и много вопросов задают клиенты, тоже непонятно никогда, чем же отличаются, а что лучше. У всех на слуху всегда ботокс. Потому что ботокс это название, под которым все ботулотоксины, потому что ботокс был первым, поэтому все ботулотоксины и так и называют ботокс. Но на самом деле это все, их сейчас очень много на рынке, и ботокс, и диспорт, и ксиамин, и рефайникс, и нейронокс, очень-очень ну, много препаратов, все это ботулотоксины. Но они просто имеют разное название, потому что... Э, Фирмы производители у них разные. Что-то производится там в Америке, что-то в во Франции, что-то в Корее. То есть разные фирмы производители, разные страны называют по-разному этот продукт, действие которого одинаково абсолютно у всех этих препаратов. То есть это все токсины просто разных фирм. Окей, okay, инъекции красы. это только ботулотоксин? Нет, конечно. Тоже путаницы очень часто возникают и говорят, вот мы не укололи уже боток, зачем же мне еще что-то колоть? Потому что абсолютно разные механизм действия всех препаратов. Есть препараты, как батулотоксины, которые действуют, они блокируют мышечную активность. То есть их нужно колоть тогда, когда уже у нас мимика такая активная, что она оставляет следы на лице в виде там полоса, которые потом будут морщинами. Нужно словить момент, чтобы заблокировать эти мимические мышцы, чтобы чтобы эти морщины не углублялись и не были видны такими бороздами. Есть филлеры, это контурная пластика, это совершенно другое, то есть это наполнители. Мы наполняем губы, скулы, подбородок, край нижней челюсти, какие-то заломы морщины, мы, мы тоже их убираем этими филлерами, то есть мы наполняем недостающий объем. Есть мезотерапия, биоревитализация, это то, что действует на качество кожи, то есть мезотерапия, это в основном витамины разные, биоревитализация, это гиалуроновая кислота, Тут мы просто ничего не изменяем, никаких объемов, ничего не блокируем. Мы просто улучшаем качество тургор, увлажненность, там, да, э, цветность кожи. Это все разное, и это все э, имеет место быть в уходе за одним и тем же клиентом. Потому что точки приложения этих всех процедур разные. Поэтому это все абсолютно не похоже одно на другое. С какого века можно начинать инъекции? инъекционные методика, когда уже не помогают кремы, пилинги и тому подобное? Ну, на самом деле, тоже такой вопрос достаточно актуальный можно делать любому человеку инъекции по закону с 18 лет, когда он уже сам за себя отвечает, но с разрешения родителей можно раньше, если нужно. Но на самом деле мы уже не смотрим на то, только возраст, мы смотрим на показания. То есть это очень важно. Бывает так, что девочке в 25 лет уже нужно инъецировать ботулотоксин в межбровную область, потому что если ей не делать это в 25, то в 30 у нее уже будет очень сильный залом, который крайне сложно убрать. А бывает такое, что девочка еще в 30 восемь лет, но ей еще не нужно этого делать, потому что у нее не настолько выражена мимическая активность, у нее нет этой предрасположенности к таким заломам, и она еще может да, погулять какое-то время. То есть это абсолютно все индивидуально, и такого показания, как возраст, это немножко уже размыто. То есть мы смотрим, я смотрю всегда только по показаниям индивидуально каждому клиенту. Ну а зараз мы с тобой пройдемся по тех мифах, которые mm существуют -hmm. які да. и про те, что я регулярно чую Від своїх колег, від своїх подружок, Ну, ну я давай, тобі це скажу, це, це да. кладість ну, просто я... кладість. Да, я думаю, ти теж так, регулярно, регулярно чуєш. Так почнемо спочатку. Uh -huh. Ботокс паралізує м'язи і вони. отруфуете. Абсолютный бред, полностью вообще неправильно это все. И это даже не один из худших мифов бывает похлеще. Почекай, у Я хорошо не буду торопить события. Нет, конечно же, ничего не отмирает и не атрофируется. Из всей цепи химической реакции, как работает, как блокирует батулотоксин активность, он действует только на один малюсенький элемент. Там, да, это ничего вам название это не скажет. Просто блокируя его, не проходит вся та цепь реакции, которая должна проходить от нервного импульса к мышце, чтобы она сократилась. Как только проходит там месяц, два, три, четыре, все это восстанавливается, и мы видим ту же картину, которую видели, то есть все мышцы точно так же работают, ничего не атрофируется, все в полном объеме двигается, просто мы дали какое-то время, там полгода, четыре месяца, например, отдохнуть этой мышце, и эта мышца не образовывала эти морщины. Но она такая же была и работает, и с такой же силой, как и раньше, и ничего никогда в жизни не атрофируется ботулотоксинами. этого это миф не имеет под собой никакого основания. Абсолютно. Окей, ботулинотоксин, это все ж таки токсин, и это отрута, и робити его в тело небезпечно. Да, значит, тоже очень распространенный миф. Никогда не было зафиксированного ни одного случая, когда после применения ботулотоксина в, в, не только в инъекционной косметологии, а ботулотоксин применяется еще вообще в разных других сферах медицины, не было зафиксировано случая, что человек заболел ботулизмом. Никогда. То есть это высокоочищенный препарат. От него никто не заболеет никогда ботулизмом. Его колят деткам маленьким, когда у них есть проблемы неврологии. Колят в бешеных количествах, вообще не таких, которые мы мы инициируем в косметологии. Поэтому это как пример того, что это безопасные инъекции, и заболеть ботулотоксином после введения ботокса, диспорта или любого другого баталотоксина, заболеть батулизмом невозможно. Поэтому это миф. Так, еще один миф. Ботокс выкликает звеканье. Так, ну здесь это как бы, да, миф, но есть под этим основание, то, что как бы вроде бы, если мы вводим какое-то вещество, то потом на него вырабатываются антитела. Но за мою практику у меня были пациенты, которые слегка ослабевало действие, и, возможно, нужно было делать больше немножко перерыв или чуть больше дозу. Но не было такого никогда, что пациенту, пациент переставал реагировать на батулотоксин. Нужно соблюдать интервал правильный, там все это доктор знает, который инициирует, для того, чтобы не было привыкания, то есть там, да, не, нельзя меньше раньше чем через 3-4 месяца например то есть мы сделали процедуру и повторный раз мы можем водить там ну ладно ну через 3 но ну, не меньше да по, по всем правилам там это где-то 4 месяца если мы будем соблюдать все правила как это нужно делать и как работать с токсином то никакого привыкания не будет и мы слава богу можем иметь возможность пользоваться этой супер услуга еще всю свою жизнь поэтому надеюсь что так дальше и будет Окей, ботокс приберет одни из але но появятся Да, это не миф. Это правда. Если мы будем часто инъецировать, например, переорбитальную область, только с латеральной, с боковой стороны, то так как мы блокируем, например, и лоб, и межброви, и глаза, то начинает морщиться компенсаторно на срединка. Нос появляются, кроличьи морщины, и под глазами, медиальный край под глазами. Тогда просто доктор, доктор который понимает это, он должен в одну и ту же процедуру, уже если пациент долго делает ботулотоксины, делать делать инъекции и в эти зоны, то есть для профилактики, для того, чтобы в этом месте не возникало вот этих компенсаторных морщин. Так что это миф имеет под собой основание, не совсем он, он уже и миф. Сучасные кремы, сыроводки, процедуры ⁇ є альтернативы Ботоксу? Ученые існує таких альтернатив? К сожалению, альтернативы Ботокса нет очень бы хотелось, наверное, и мне как клиенту, который тоже пользуется этой процедурой, чтобы она была, но ее, к сожалению, нет. Нет ни одного препарата, ни одного крема, ни одной там какой-то мезопроцедуры, которая бы могла реально эффективно заблокировать какую-то мимическую активность и какую-то мышцу, и чтобы не возникало движения в этой области, а, соответственно, не возникало потом заломов. Нет, это стопроцентный миф, и к сожалению или к счастью, да, как кому, но только этот препарат может, эти препараты могут заблокировать мышечную активность и убрать эти морщины. Ботокс можно колоть только в лоб и очи абсолютный миф, бред, потому что есть такой атлас, он очень толстый, большой, дорогой, и там расписаны все процедуры, которые можно делать ботулотоксина, от макушки до кончиков пальца. То есть применяется во всех сферах, даже в спортивной медицине, там, где, например, у вас зажалась какая-то мышца, и нужно расслабить. То есть мы инъецируем туда ботулотоксин, ну, не мы, а те люди, которые знают, как это делать, да, которые занимаются в спорте, и расслабляют эту мышцу. Там неврология, урология, везде любые сфинктеры, какие-то зажатия, где-то что-то нужно расслабить, это все ботулотоксины. Поэтому нет, конечно. В эстетике эстетика это только одна часть использования ботулотоксинов, но просто она самая распространенная, потому что люди готовы тратить на это деньги, и у нас в стране не все доктора умеют в каких-то областях работать с ботулотоксинами. Мигрень очень хорошо тоже лечится ботулотоксинами, неврология, но у нас просто распространеннее, конечно, эстетика. Я нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам на КФ98ФА, Ольга Ковалицька, лікар, спеціаліст ін'єкційної естетичної медицини, тренер викладач ін'єкційної косметології, спікер медконгресів. Сьогодні відповідає на мої міфи стосовно ботоксу. В губи можна колоти ботокс? ну скажи, скажи. Ні, в губи, ботокс, ботоксу в губах, і делать абсолютно нечого, Но ботокс колеться, ну, ботокс, говоримо, болотоксин, да, ну пусть будет боток. дуже акуратно, осторожно для того, щоб убрати сетные морщины, которые появляются, особенно у дикторов, кстати, Света, появляются во время там да, артикуляции. Тоже есть такие люди склонные к этому. Поэтому при правильной э, технике это расслабляет чуть-чуть порцию э, мышцы, которая вокруг рта и не позволяет образовываться этим морщинам. Но в губы ни в коем случае, потому что просто губы перестанут двигаться, работать и... Зато я хочу туда еще филлеру ты. Ну, филлер, да, можно. Но филлер и ботокс, это будет гремучая <свес> <свес> это делать нельзя. Кажут, что после этих инъекций не можно вживать алкоголь. Ну есть такое мнение, но это мнение, опять-таки, сейчас э, миф. Почему? Потому что никакой алкоголь не уберет действие ботулотоксина. То есть, если вы сделали процедуру и вечером у вас намечается какая-то вечеринка, да, то ничего вам не мешает выпить бокал второго шампанского. Я разрешаю своим клиентам, потому что это никак не влияет на, э, ну это правда, никак не влияет на действие ботулотоксина. Конечно, напиваться сильно не надо, но выпить бокал шампанского можно. никакой э, пересечения, ни, никакого пересечения нет и препарат также возьмется хорошо, как и должен это сделать. Поэтому в твоей это... практике существовали люди, которых не брал ботулино -таксин. Да, в моей практике было таких два человека, и у них был перенесенный ботулизм. У одного человека он был в скрытой форме, то есть она даже не знала об этом, пока не стала делать инъекции, не поняла, что они у нее не работают. Пошла, сдала анализы, у нее были антитела. А второй человек тоже знал, что он болел ботулизмом, но в легкой форме, Потому что туризм тоже бывает в легкой форме, как любое инфекционное, любое инфекционное заболевание. Поэтому этих людей, да, у них правда, на них этот препарат не работает. Ну що ж, тут розібралися з тими міфами, які існують найчастіше. Якщо я буду згадувати ще які, то я буду їх озвучувати, і ми будемо їх або розвінчувати, або підтверджувати. Власне, але найголовніше в усі ці ін'єкційній методиці, мені здається, чи то філлер, чи то ботулотоксин, чи то якась мезотерапія. Треба правильно вибрати лікаря, який буде це робити. Як не помилитися у виборі? Ну здесь такой вопрос, на который мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Каждый выбирает по каким-то своим критериям. Если честно, ко мне редко кто обращался и требовал у меня диплом или какие-то мои сертификаты. Я думаю, что… А вы могали? Правда, Были редко, и такие? Ну не было у меня таких. Не правда. было? То есть обычно все идут или по рекомендации, или как-то еще. Поэтому тут, конечно, каждый делает свой выбор. Но вот что касается даже ботулотоксинов, здесь очень нужно знать хорошо анатомию, нужно знать, что мы делаем, для чего мы делаем. То есть человек должен быть правда образован в этом плане. Потому что если еще биоревитализацию, например, можно э, там, да, технически просто это несложно уколоть, сделать и не навредить, то, например, ботулотоксинами, неправильным введением или введением неправильным филлером можно, правда, навредить человеку, и поэтому ну, здесь нужно иметь образование соответствующее. Как будут люди уже выбирать? Ну, это уже каждый выбирает по-своему, но я бы, конечно, советовала спрашивать, интересоваться, есть ли высшее образование у доктора, сколько он уже инъецирует, какая у него практика, какие у него там специализации, Що, ну, от, все, от, всі от ці моменти. Ну, кожен вибирає вже, так, як он собі це бачить. Для того, щоб здешевити процедуру, дуже багато зараз тих, хто надає оці уколи краси, роблять це вдома. Угу. Чи безпечно це? Ну, тут такой вопрос. Конечно, я должна сказать, что это небеспечно, что это так не должно быть. Но... Я кликар так. Да, почему? конечно, потому что должны быть соответствующие условия. Я просто знаю, что, конечно же, это, тем более в условиях карантина, многие так и делали иногда, да, когда нужно было что-то сделать, то люди к этому прибегали. Ну, конечно же, лучше, чтобы это был отдельный кабинет, как минимум, не обязательно клиника, но, возможно, просто кабинет доктора, который бы там правильно дезинфицировался, проветривался, кварцевался, ну какие-то элементарные условия санитар. Чтобы не было антисанитарии, чтобы была септика, антисептика, все, все соблюдено. Поэтому, конечно, желательно лучше выбирать доктора, который работает в таком месте, где он может все это себе позволить, чтобы не было никаких нюансов по каким-то воспалительным процессам после процедуры. Мы знаем, что очень много украинцев желают сэкономить. І я думаю, що із наслідками такими ти теж стикалася, коли вони приходять до тебе переробити. Це певно стосується більше філерів, аніж бутилино токсину. Але о, на що треба звертати увагу, коли тобі лікар пропонує препарати, якими він буде тебе ін'єкцювати. Ну, смотри, у меня, например, когда я инъецирую э, ботулотоксины те же, у меня я работаю официальными препаратами. У меня всегда есть э, документы. У меня есть там три листа э, документов к этому препарату. То есть у лекаря еще нужно запитать, каким препаратом да, вы пользуетесь да. и чьи документы. Да, или? потому что на самом деле очень многие доктора работают не сертифицированными препаратами. Они могут быть абсензии, абсолютно... да, они их купляют. Ну, есть где, очень много <laughs> где мест. Вот, и э, тогда у них нет этих документов. Момента. Ну, правда, нужно посмотреть, но... У меня, опять-таки, никто никогда не спрашивал эти документы, ну, наверное, доверяют просто так, но у меня они всегда есть. То есть я могу предоставить этот документ, там написано дата, изготовление, партия, номер. То есть если какие-то вопросы связаны не с моим каким-то нарушением, а с тем, что препарат что-то там как-то не так сделан, то я могу, мне есть куда обратиться, где вернуть компенсацию какую-то, потому что это препараты сертифицированы, они покупаются все официально. Но они обычно, конечно, дороже, чем те, которые продаются без сертификата. Насколько сколько ведь сотки? В половину может быть дороже? в половину, но где-то процентов 30 могут быть дороже, да. Угу. Поэтому, конечно, тогда и услуги дешевле могут быть, когда препарат сам дешевле. А если препарат дорогой, и еще доктор не продает же препарат, он продает свои знания, свои умения, ну, как бы, весь этот комплекс. Поэтому тут уже цена не складывается только, не состоит из одного препарата, она состоит из твоей, из твоей ответственности. То, как я этого пациента не оставлю, если какие-то будут вопросы у него. То есть, что он имеет 24-часовую поддержку, да, если что-то нужно, она ко мне звонит, и я всегда отвечу, все сделаю, что надо. Ну, как тут мы говорим о безопасности, о надежности, поэтому цена состоит и из этого тоже. Первый, мы перейдем от минимальной до максимальной, яка может быть будь-якою, аллергичные реакции на Ботус бывают? Нет, этот препарат, на него мы не делаем пробу, аллергопробу. Мы не делаем пробу на филлеры, мы не делаем пробу на препараты ботулотоксинов, мы делаем пробу, например, на мезопрепараты, потому что там часто витамины, которые могут давать аллергию. Мы делаем пробу на гиалуронидазу, если мы что-то будем растворять пациенту, потому что она тоже очень такая аллергенная. Но препараты ботулотоксинов проба не делается, и они не вызывают аллергии. скільки в середньому може коштувати процедура ботоксом, диспортом, будь-яким іншим препаратом з ботолотоксином? Є якась нижче, якої краще. Назвертататься до теога. Ну, специалист. Тоже, опять-таки, такой вопрос. В зависимости от того, что, какие, препараты колют, какие препараты использует доктор, то есть они там тоже все в разную цену. Там корейские препараты бывают дешевле, там, да, французские дороже, например. Но в любом случае это не может быть запредельно дешево, там, например, за тысячу или две тысячи гривен сделать себе лоб, межбровь и глаза. Но это 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 правда дешево. Просто тогда это не окупается доктором никак. Это не может стоить столько. Например, там 100 долларов две зоны или одна зона может стоить, но не все лицо там, да, сделать за эту сумму. Это невозможно. Поэтому как бы сильно дешево батулотоксины стоить не могут, потому что они в закупке очень дорогие, доктору просто будет невыгодно им, ими работать. Здесь надо задуматься, почему такая дешевая процедура тогда, в чем подвох. Потому что хорошие процедуры с хорошими препаратами, они, они в принципе не могут стоить э, такие смешные какие-то дешевые цены, потому что тогда непонятно, Адкуди взялись. Чи ризикувати, коли запрошують за там тільки за вартість препарату, коли навчають? Ну, наприклад, є вчителі, є той, хто буде коло. Да, смотрите, вот, наприклад, я дуже часто обучаю. И на моих семинарах, когда приходят модели, которые платят только себестоимость, это, конечно, очень выгодно. Они в какой-то степени боятся, тоже рискуют. Но под моим контролем всегда это делается. Я ни на секунду не оставляю пациента, ну, клиента с доктором, который обучается. Я прям чуть ли не рукой своей вместе с рукой доктора ввожу препарат. Я не даю сделать ей ошибку. Я останавливаю ее вовремя. Но какие-то минимальные, может быть, там чуть-чуть там что-то чуть-чуть, но это не какие-то глобальные ошибки, которые может допустить доктор, поэтому если э, доктор, который ведет семинар, ответственно к этому относится и стоит все время рядом, контролирует каждый шаг, каждое движение иглы своего обучающегося, то в принципе бояться нечего, потому что ну как бы все время под контролем все, но это очень выгодно для пациента. профиллеры мы еще как-то поговорим, а так само, и про мезотерапию, а что со инъекций Чи треба брати выходные, або там кілька выходний після процедури? Нет, это абсолютно такая процедура, которая вы укололи ее у меня в кабинете, вышли, пошли заниматься своими делами пару минут. Тобто там, точно получишь... про нее говорят, что это так обиднейшая процедура, Это очень быстро. То есть, ну я я инициирую достаточно быстро, там за пять минут это уже у вас вся процедура готова. Я даже не обезболиваю никогда, практически потому что это быстро человек зашел, забежал буквально ко мне в кабинет, уколол и пошел дальше по своим делам. Там может быть какие-то 5-10, полчаса, где-то будет покраснение, которое сразу же уходит, и ничего не видно, не заметно. Поэтому никаких выходных в данном случае брать не нужно. Дякую за информацию, дякую за то, що... что... Розвінчала або підтвердила наші міфи сьогодні. Сподіваюся, ви зробили свій вибір. І найперше я завжди кажу: вибирайте спеціаліста, коли ви збираєтеся щось робити. Ольга Ковалицька, лікар, спеціаліст ін'єкційної естетичної медицини, тренер-викладач ін'єкційної косметології, спікер медконгресів. Сьогодні була у мене у гостях у проєкті Київ інтерактів. Мене звати Світлана Василенко. Я з вами зустрічаюся з понеділка до п'ятниці, о 21.30 на Київ. Дев'яносто Так само ви завжди. Можете переглянути те, що ви не допочули. Це сторінка наша на YouTube Київ 98 98FM» І я дуже люблю там пальчики вгору. Залишайтеся разом з нами і обов'язково буде ще багато цікавих гостей. Ну і безперечно хорошої музики. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.